Покажи. Пушечный дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег. Привет. Как жизнь? Все нормально, как сами? Все отлично, спасибо. Извините, пожалуйста, что так долго ехали вообще. Потому что и дверь, и 50 сантиметров должно быть. Ах, вот, вот в этом шкафу все. Да, вот нет, вы, это сюда мы заход сделали. Котел здесь находится. А все, вся остальная... Оборудование, иди посмотри, мы воду поставим. Давай, давай, давай. Да. Остальная вся... Как у вас красиво, как у вас красиво. Потому что место сжимало все равно. Все 50 квадрат, первый этаж. Мы все загнали сюда вот. Это для маленького, чтобы он не пролазил. Все везде, у него нет преград. Так, Ром, сейчас я этот возьму. Фонарик. Блин, вообще пушка. Это вот поставили 3 дня назад буквально это. Все спрятали под лестницей. Тут не видно, да, пока? Вот именно под лестницей. Почему? Потому что, смотри, Ром, вот такую вот всю систему, видишь, вот здесь у меня, смотри, это у меня ничего хуже. Ага. Сделали чисто для этого радиатора. Каждый радиатор можно отсюда прямо этот. Если что, там прибавить, да, включить. Вот, да, угу. Это бойлер. Бойлер, бойлер вообще мощный. На сколько он? А, так, 80 литров. А, 100. На семью из... 4 человек, да? 100 литров. Так, и здесь, о, уже какой. Вот вся, это вот поставили. Ну, все фильтр. Уместилось. Да, там у меня еще дальше идет, там у меня гидрострелка идет. Вот тоже регулятор, трехходовой клап. Слушай, вообще молодцы, так и все спряталось. Короче, все спряталось, все, в общем, идеально. Тут пока, да, пока нет сарая. Лестница на металлокаркасе? Да. А снаружи выглядит, как будто это деревянный. Вообще молодцы. Ну так вот, пока какой бюджет был, уместились. Это у нас что за фильтр? Ну, это китаец. Это? Китаец. В твое время предлагали. Сюда соль, да? Да, вот буквально. Офигенно. Здесь уже она фильтруется, и уже все нечистоты, потом канализация. Вот отсюда. Уточка. Вот. Уточка, да. Вообще, ну классно, Олег, очень круто все, прям минималистично, да, да, как бы лестницу не сломать. Там, если бы это все на кухне бы располагать, было бы... Места много съел. А так и не видно, во-первых, и шума нет никакого, все под лестницей. И прихожка такая хорошенькая. Сейчас вот сюда заказали. Шкаф будет? Да, нажалко сделать. Огонь. Сами себе заказали. На втором этаже. Олег, тебе как получится? Николаевич. Николаевич, а? Николаевич. Точно как путешествие. В общем, тут часто это же ванна. Роскошь. Такие молодцы, почему красиво у вас такое все, прям это... Убирали. Это убирали. А Мерлин? Дизайн кто придумал? А, блин, ну вот не скроешь этот, как сказать, талант. Очень красиво все. О, это что за ком? Взрослая? Да, ваш. Блин, ну круто. Это что, рабочее место? Ну да. Так. Перед сном. Перед сном, да, там ноутбук. В GTA там. Нет, GTA не в плохом случае. Не играем. Захар тут. Ну блин, классно. А здесь уже вот мел его комната. Слушай, ну вообще круто. У каждого своя получается это, да? Ну да. Блин, классно такая. Кроватчик. Сейчас надо уже опускать-то. Утром просыпается, уже встает. Уже стоит, да? Да, уже. Регистрировали же дом, да? Сколько он получается паре там? По площади? По площади? Жилая площадь? Да. То есть 2 этажа, получается 97. 97, по-моему. Двери так стильно все сделано. Белые. Какие комплименты. Вау, небольшие. Олег. Ром, давай-ка у нас ведь Новый год. Можешь выбрать одну любую открытку. Какой мне тебе вот больше это нравится. Давай. И там... Что-то надо сделать, да? Зачитываем, да? Сотри, узнай, что тебе ждет. Звук какой, да? Из самой этой штучки звук идет? Офигеть. Спасибо. Очень классно было. Очень понравилось, Олег. Круто.